Всем привет, меня зовут Кристина, добро пожаловать на мой канал. В этом видео у меня вот такие ножки. В прошлый раз мы их не покрывали, потому что я увидела небольшую проблемку. Оставлю ссылочку на прошлое видео в описании, можете посмотреть. А сегодня мы уже все будем покрывать, потому что проблема нас миновала и у нас все прекрасно. Надеюсь, что вам не сильно будет мешать мурчание моего кота, потому что он не дает без него сегодня озвучить видео, лежит на мне. И я думаю, что, наверное, иногда вам будет его слышно. Но надеюсь, что нам это с вами не помешает. Здесь я убираю длину с помощью кусачек для ногтей. Кобальтовая серия Silver Star. 11 или 12 мм режущее полотно. Они прямые, специально для ногтей. Убираю я длину. Длины отросло довольно много, потому что клиентка, по-моему, сама ее не убирала. Если честно, я уже не помню. Но судя по отросшей части, вряд ли она себе что-то здесь убирала. Будем выполнять педикюр комбинированный. Покажу вам мизинчик. Вы часто у меня просите показать именно его. Как-то я сняла даже видео отдельно на мизинчике, но сейчас оно у меня в процессе монтажа. Так что обязательно скоро это видео выйдет на канале. Сегодня я была на мероприятии у себя в городе для мастеров маникюра. Торговой марки Сота исполнилось 5 лет, и я была на мероприятии. Отмечали день рождения, было кучу разных подарков, призов, и неожиданно для себя я выиграла коллекцию акригелей Сота. Прикреплю вам фотографию, покажу, как это все выглядит. Очень для меня это было неожиданно. Ответила на несколько вопросов в викторине и совершила покупки и выиграла. Думаю, наверное, снять для вас обзор. Я не пользовалась этими акригелями. Там целая коллекция, очень много акригелей разного цвета. Я еще ничего не смотрела. Если вам будет интересно, дайте знать в комментариях. Я сниму обязательно отдельное видео, потому что, ну уж супер, это для меня неожиданно. Я, если честно, думала, что можно выиграть там, например, один акригель, либо вообще какую-то одну позицию. А я выиграла целую коллекцию. Буду тестировать, наверное, теперь нужно брать много моделей на наращивание, ну, либо клиентов, конечно же, потому что раньше так обильно я не занималась наращиванием, но так как там еще и много различных акригелей, как я поняла, цветных, то, конечно же, их, наверное, можно будет использовать просто как цветник в качестве укрепления и цветника. В общем, все будем пробовать, не знаю пока, как я буду это все тестировать. Наверное, куплю себе прозрачные типсы, чтобы вам все показать, если это будет интересно. В общем, жду от вас обратную связь в комментариях. Еще я купила у них торговую марку Сота глянцевый топ без липкого слоя. По-моему, глосс называется, но еще также не пробовала. И черный гирлак. Пообещали, что им будет хорошо рисовать френч. Не знаю, будем все проверять. Я этой торговой маркой работала только на курсе повышения квалификации по комби-маникюру, поэтому ничего пока сказать не могу. Когда будет обзор, если он будет, то обязательно с вами все обсудим. При регистрации еще дарили подарки. Мне попались акварельные капли такого голубо-бирюзового цвета. Ну, в общем-то, если вам интересно, то все я вам покажу, расскажу. Дайте знать в комментариях. Еще я купила там у спонсоров, я там затачиваю инструменты, и как раз таки они были одними из спонсоров мероприятия. Я купила себе слайдеры и купила фрезы, пламя и для педикюра вот эту каплю, которую я сейчас работала, примерно такую же я и купила. И часто я вам говорю, что у меня с ними проблема, потому что заказываю в интернет-магазинах, а там приходят то большого диаметра, то слишком острые, поэтому я решила купить непосредственно в офлайн-магазине. Еще, конечно же, ничего не пробовала, буквально 3-4 часа назад закончилось мероприятие, я решила с вами сегодня этим поделиться, чтобы, если вам будет интересно, то завтра уже начну съемку видео. Мне супер интересно, потому что довольно большая корзина, это так было приятно, неожиданно. Мероприятие мне очень понравилось, не зря я сходила, сделала себе такой выходной, супер приятно, обязательно пойду еще. Ну а тем временем я уже выполняю педикюр по ремуверу с помощью кюретки, убираю все подногтевые мозоли, отодвигаю хорошо кутикулу, все это дело вычищаю. И я, как вы заметили, повторно нанесла ремувер на большой ноготок, потому что там еще нужно было кое-что дочистить. Ставлю ваши любимые растопырки и приступаю к покрытию.
База у меня комфорт от NL тонким слоем, но я делаю такой слой, чтобы его было видно на ногте. Потому что многие делают такой супер втаптывающий, там, втирающий слой, если честно, его не видно, и я не очень доверяю такому покрытию. Я все-таки понимаю, что оно должно быть тонкое, но тем не менее покрытие, особенно базу, мы должны видеть на ногте. Все-таки ноготь должен у нас блестеть. И теперь я выполняю покрытие гель-лаком Judy Coco номер 805А. Нужно мне его заказывать еще, потому что сейчас у меня педикюры либо молочный, либо такой. Я, наверное, за это лето уже педикюров 10 точно выполнила этим цветом. Причем из всех неонов выбирают именно его. Нужно его заказывать повторно, потому что флакончик заканчивается. Плюс, как вы знаете, я обожаю этот цвет на своих руках, на своих ногах. Один из самых любимых цветов моей палитры. Обязательно вам, наверное, покажу, где я буду его заказывать. Ну, скорее всего, это будет, как обычно, у того же самого продавца. Перекрыла я все топом в конце. Обязательно я все это дело подпиливаю, подпиливаю торцы. Вы меня спрашивали, не будет ли отваливаться покрытие. Нет, не будет. Обязательно в конце везде подпиливаем торцы и в маникюре, и в педикюре. После этого я наношу какой-нибудь тоник, либо мицеллярную водичку и любуюсь результатом. Если вам было полезно и интересно это видео, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте написать в комментариях, хотите ли вы видео о торговой марке Sota. Пока-пока!